Антикор планирует ввести публичный реестр коррупционеров. Реестр будет включать все данные осужденного человека за коррупцию. Это позволит работодателям проверить потенциального кандидата на чистоту и добропорядочность. Согласно информации, предлагается усилить ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений. Также в парламенте рассматривается вопрос криминализации обещания и предложения взятки. Под предложением взятки будет пониматься устное или письменное, в том числе в электронной форме, четкое и внятное высказывание о предложении взятки. А под обещанием взятки такое высказывание с уведомлением о времени, месте, способе предоставления взятки. Эти изменения в законы внесут значительный вклад в вопросы противодействия коррупции. Кроме того, они подготовлены по рекомендации авторитетных международных организаций, таких как ГРЕКО, ОСР, сказано в сообщении антикоррупционной службы.